привыкли считать, что писатели – это кабинетные люди. Но Даниил Александрович не такой. Он очень близок ко всему, что происходит в городе и в стране. Его слово всегда отзывается. Блокадная книга. Статья «Утраченное милосердие», после которой возникли благотворительные организации в городе. Знаменитая статья «Великий город с областной судьбой». Я думаю, что сейчас роль Даниила Александровича такая, как в 80-е годы была роль академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. И для петербургской культуры, и для нашей русской культуры. Я очень люблю этого человека. Я считаю, что у нас сегодня в городе действительно праздник. Это удивительнейшая личность, доброты невероятной, понимания. Ведь все же было в его жизни, все, и прекрасные моменты, и трудные, но он сохранил вот какую-то человечность, какую-то честь, достоинство. Поэтому я его очень люблю. Денис Александрович, для меня вот это безумно тяжкий экзамен. Вы прожили великую жизнь, вы все знаете, вы всех видели, вы всех понимаете. Прибавить что-то к этому для вас фактически невозможно. Тем более, что на билете, который нам вручен вот на этот праздник, опубликован ваш доклад о вашем юбилее в один абзац, где вы блестяще сепарируете людей зачем-то нужных и людей необходимых. После этого мы можем только аплодировать и глубоко поклониться вам за вашу величайшую мудрость. Поэтому мне просто остается одно – передать вам чувства. И думая об этом, о том чувстве, которое вот я бы хотел сегодня обозначить, я вспомнил один эпизод, который даже, кажется, не из блокадной книги, а из ваших телевизионных фильмов о блокаде. Вы рассказывали о женщине, матери нескольких детей, которые жили в холодном доме, ну и голодные, естественно. И вот эта женщина встречает на улице человека, который несет буржуйку, и она просит ему эту буржуйку, ей эту буржуйку отдать, потому что дети околели. А мужчина говорит: я это не могу отдать. У меня вот и такая же ситуация. Но тут же предложил ей прийти вместе с этими детьми и жить в их семье, обогреваясь этой печкой. Знаете, мне кажется, что ваш Божий дар, которым вы сполна наделены, это и есть вот это великое тепло, великая человечность, которая согревает и всех нас,
И тех, кто еще придет, будет согревать. Я хочу вас поздравить с тем, что вы ленинградец, но по-особому. Знаете, вы воевали, все знают, вы воевали. Да, вы обороняли Ленинград, а теперь Ленинград обороняет вас. Это великое счастье. Испытывать вот такую истинную любовь своего родного города, которому вы служили, который вы безумно любите, которому вы преданы. Это великий пример нравственной верности человеческой. И последнее. В 80-е годы вы одним из первых реанимировали слово «милосердие», создав организацию «Милосердие» в Петербурге. Вы одним из первых слово это вновь ввели в наш русский оборот. Честь вам за это и хвала. Детский фонд как может продолжает то, что вы нам тогда показали, сказали и чем нас согрели. Есть такое выражение: глаза юноши пылают огнем, но глаза старца сияют светом. Данил Александрович, ваши глаза, ваша душа сияют великим светом милосердия, великого взыскательного таланта. И пусть это будет как можно дольше. Храни вас Господь.